Ладно, может попробовать нажать на эти кнопки? Но с какой начать? Их так много! О, с днем рождения! Звучит здорово, но у меня ведь не сегодня. Ну ладно. Хм, ничего. Может еще раз? Ничего не поняла. И в чем смысл? О, шарики! Как мило! Ау! Что? Что это было? А-а-а, нет! А-а-а! Вы что, издеваетесь? Не могу поверить! А-а-а! Шоколадный соус? Почему это со мной происходит? Я вся в соусе. Надеюсь, все закончилось. Оу, ну конечно. А, хватит, перестаньте. Надеюсь, теперь точно все. Вау, иди сюда, я тебя держу. Подарок. Что-то страшновато открывать. Ха, это еще что? Свеча для торта. Получается, я торт? Сюрприз! Загадывай желание! Упс! Чуть не забыла про взбитые сливки. А! Что? Что это за девчонка в коробке? Почему я? Да, я снова в этой комнате. И какую выбрать на этот раз? Синюю сзади? О, да ладно, снова полилось. О, какое холодное. Хватит, с меня хватит. На голове больше не поместится. А теперь-то что? Что мне делать с этой пеной для бритья? Отлично, вся голова в ней. О, давненько я не брила ноги. Хм, но пена для бритья уже здесь. Ну что, ножки, пора привести вас в порядок. Тут понадобится много крема. Я готова начинать. Сколько волос. О, вот эта работенка. Мы на пути к гладкой коже. Готово. А, так-то лучше. Хм, может, не стоит на этом останавливаться? Извините, я скоро. Попробуем по-новому. Я думаю, что выберу... тебя! Я готов! А ты в этом уверен, Брайан? Надеюсь, блестки его не напугают. О, нет! Аккуратно! Блестящий дождь. Аккуратней не бывает. Но ты весь перепачкаешься. Как будто целую армию фей вырвало на меня. Хотя выглядит это красиво. Вроде бы. Было круто! У нас здесь буря из блесток. Будет сложно это отмыть. Блестки такие прилипчивые. Нужно извлечь из этого пользу. Я как воин в блестках. Постой! Это нужно запечатлеть. Прекрасно. Улыбнись. Вот так. Моя очередь, да? Ненавижу выбирать. А? Ладно, как скажешь. Это правильный выбор. Сейчас будет весело. А? Что? Пузыри! Кто не любит пузыри? Как будто пенная вечеринка. Продолжай, Брайан. Сколько пузырей я смогу лопнуть? Ого, посмотри, сколько их тут. Ху-ху, да. Хочешь еще? О, нет. Вау, круто. Неужели я их все лопнула? Ну все, конец веселью. Прости.
Ну вот. Приступим к следующей коробке. Раз, два, три. Я победила. Ты посмотри. Ха-ха. Попалась. Ты жульничала. Так нечестно. Может, там снова змеи? Тогда я не против. Главное, чтобы не черви. Вот так? А, что это? Кажется, это какая-то ракушка. Фу! Там что-то мягкое шевелится. О, черт! Исклизкое! Кошмар! Это намного хуже червей. Ну и что? Я достану эту конфету. Вот так. Но она прилипла. Фу! Гигантская улитка. Оу! Какая милашка. Дай мне. Посмотрите, какие глазки и ротик. Он ждет поцелуйчика. Воу! Стоп, а где моя улитка? Ты сняла проклятие своим поцелуем. Поцелуемся еще раз? О, нет, спасибо. Привет, я Нина. Мы можем быть вместе. Ну вот, лучше бы остался улиткой. Так-так, этот раунд просто нечто, спорим? У нас уже были черви, змеи и улитка, которая превратилась в парня. Думаю, все самое плохое позади. Но, чтобы быть уверенными наверняка, проведем исследование. Стетоскоп поможет нам понять, что внутри. Что там, Бетти? Что слышно? О, это котик! Да! Иди ко мне, котик! Вылезай из коробки! О, какой пушистый и милый! Сфоткай меня с котиком! О, какая милота! Это лучший раунд! Готовы к следующему раунду? Вся еще охота пить. Там что, летучая мышь? Что у нас тут? Ну, вроде неплохо. Обожаю кока-колу. Эй, можно я первый? Спасибо. За меня. Уверены, что это газировка? Так освежает. Но это еще не все. Как насчет соевого соуса? Выглядит точь-в-точь как кола. Чего не скажешь о вкусе. Фу! Невкусно? Не хочу об этом говорить. Моя очередь. Что в составе? Очень много шоколада. Но надо добавить и молока. Не переживайте, оно свежее и прохладное. Да, и не забудем перемешать, чтобы все гранулы растворились. И, наконец, мини-маршмеллоу. Их всегда мало. Поехали. Как же красиво. За вас, друзья. Просто божественно. В этот раз мне повезло. В трубочку не вмещается, так что... Вкуснятина. Рад за тебя. А вот и следующий раунд. Хочешь поменяться? Пей до дна. В этом напитке много фруктов. Если их смешать, получится фруктовый взрыв. Выглядит вкусно. Да, кто бы от такого отказался? Как вкусно. Идеальный напиток. Ой, только не плачь. Попробуешь? Не может же все быть так плохо.
Я прожил прекрасную жизнь. Было много вкусной еды и верных друзей. О, да. Мне было так хорошо. Брокколи? В напитке? Я и так-то ее не люблю. Полезай. Какой неаппетитный цвет. Но Мэтт его все равно не увидит. Наверное, это очень полезно. Все как я и думал. О, черт. Хотя не так уж и плохо. Отойди-ка, у меня тут брокколи.